Всем привет! Я Александр Сычев, и в этом видео я буду играть в Warface. Я опять прохожу белое поле, да, как видели опять. Я опять пытаюсь что-то... Наверное, что-то делать, что-то... Ладно, так. Пока что все идет норм. В прошлом видеоролике вы видели, как я прошел 10 уровня, и вот я делаю рост 10 уровень. Так как когда времени не хватало, а мне надо было продолжать. Видим то, что мне. Короче, проигрываем. И может даже мы сейчас проиграем. Ждали этого видео, и я все-таки его решил выложить. Продолжение прохождения белой акулы на 10. Все та же команда, и меня опять убили. Да. Так, ладно, 130 скиллов. Ладно, я думаю, что он затащит. Маленький. Нет, не затащил. Все, мы проиграли. Мы просто проиграли. Мы вот все. Мы просто проиграли, и все. Мы 10. Нет. Еще можно раз? А раз еще можно? Серьезно? Еще? Че, еще? Ладно. А, больше нельзя. То есть два теперь. Теперь даю два раза это сделать. Так, белая акула. То есть вы видели концовку того видеоролика, который я выложил. То есть это концовка белой акулы, которая вот была. Да. Так. 675 фарбаксов тоже нормально. И в общем, ладно. Так. И я еще буду играть, но я это уже буду делать не на видеоролике. А сейчас я просто заканчиваю и говорю вам, как всегда я говорю в конце каждого видеоролика, так и скажу. Потому что мы проиграли, и все. Да, мы проиграли, и все. В общем, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сычков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. На вас пишите комментарии под видео. И всем пока.